раскинулось море широко. В данном случае раскинулся широко Тихий океан. И мы на берегу смотрим с вами вот на эти, ну, как сказать, симпатичные рожи. Вы скажете, а из чего вот это, что за материал такой, из чего сделано? Сделано это, друзья, из пальмовых, ну, не хочется сказать, листочков. Вот. Тут, правда, вот есть просто доски. Вот. Ну, а сделано вот из этих вот обрубков. Сейчас тут хозяин их убрал, лежали прямо на дороге. Это пальмовые такие веточки, которые подлежат срезанию периодически. Вот тут паренек их продает. Это, наверное, рыбка у него по задумке. Вот. Так вот их тут. Он, может, наверное, и живет тоже в этой штуке. Да, друзья, вот вы видите такой интересный агрегат, который с одной стороны велосипед, да, вот мы видим педальки, с другой стороны там колясочка, а дальше это можно все так повернуть, крутануть, и получится строллер, то есть получится просто детская колясочка. Вот. Инопланетный корабль, друзья, инопланетный корабль пытается приземлиться в районе Тихого океана в Санта-Крус. Корабль управляется с помощью местной агентуры. У инопланетян тут есть свои координаторы, можно сказать, наводчики. Пару дней штормило, друзья, вы знаете об этом. И вот я хотел показать, что прямо возле океана, видите, деревца, они недавно посаженные. Видите, как они пострадали, можно сказать, их тут повыкорчевывало, и еще не успели ими заняться. Хотя те, которые тут давно стоят, да, вот видно, они отлично справляются, не первый раз, никаких проблем. А вот на этом деревце обломилась веточка. Идем вниз. Вот она лежит. Красной ленточкой обмотки. И вот шторма-то нет, но красиво. И тучки, и волна. Все такое очень симпатичное. Солнышко садится, и вот тут у нас народ рисует. Я спросил разрешения, можно поснимать? Ну, снимай, говорит. Да, уж не знаю, что это конкретно должно там быть. Может быть, просто волны. А вот там у нее такие картинки вполне завершенные. Вот, пожалуйста. Да.